Брещина – регион с богатым туристическим потенциалом. Люди из всех уголков мира приезжают сюда, чтобы хоть раз ступить на святую землю Брестской крепости. Преодолевают множество километров, чтобы побывать на территории уникального национального парка «Беловежская пуща». Да и сам тысячелетний город Брест, с одной стороны, богат культурой и традициями, удивительным и бережно хранимым историческим наследием, но в то же время имеет современный европейский характер, постоянно обновляясь, совершенствуясь и дружелюбно принимая гостей. Наш регион с его самобытностью, новыми и популярными маршрутами будет широко представлен на масштабном профсоюзном туристическом форуме «Наследие Беларуси». Мы будем представлять Брестскую область, наши экспозиции, там несколько направлений. Ну, вот историческая память, очень важное направление. Это, конечно же, военно-историческая тематика. Здесь у нас будут представлены такие важные туристические объекты, как мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой», а также мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина» в Белоцерковском районе. Ну, важное также еще направление – это историко-культурное наследие. Там у нас будут представлены экспонаты нашего археологического музея «Берестье». Мы покажем наши брендовые ремесла, такие как ткачество, гончарство, соломоплетение. Будут мастер-классы, организованы нашими народными умельцами. На пресс-конференции, предваряющей масштабное мероприятие, которое пройдет с 28 по 30 апреля в Минске, планами по презентации нашего региона поделились его организаторы и участники. Нам сейчас активно помогает в организации нашей выставки Брестский облсполком, управление культуры, управление спорта и туризма, гор райисполкомы. Занимаются все наши отраслевые профсоюзы, райгороб'єднання і, звісно ж, наші туристичні підприємства. На території Бреста – це унітарне підприємство «Брест-турист», яке є власністю Федерації профсоюзів і існує на ринку услуг з 1971 року. Сьогодні воно включає в себе гостиницю і ресторан «Беларусь», туристично-оздоровительний комплекс «Біле озеро», а також бюро путешествий і екскурсій. Підприємство готове предложити комфортні умови проживання, комплекс різнообразних услуг, а також нові. Маршруты. Всех приглашаем на эту выставку. Самым главным нашей задачей это привлечение наших туристов для развития именно внутреннего туризма Республики Беларусь. Профсоюзные туроператоры представят порядка 25 маршрутов по Брестской области. Всего же планируется участие более 5000 профсоюзных организаций республики. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.